Google Research разрабатывает игрушки, которые учат дошкольников программированию. Малыши еще не умеют читать и писать, но с помощью системы блоков они могут запрограммировать робота или другую игрушку, совершать определенные действия. Используя прототип системы, который называется Coding Kit, исследователи продемонстрировали концепт того, как дети могут проинструктировать робота нарисовать квадрат, повернуться на 60 градусов, а затем повторить эту последовательность 6 раз. Используя физические игрушки, исследователи стремятся подключиться к естественному детскому желанию получать что-то в руки и строить вещи, используя это что-то. С помощью этой системы они также учат детей критически важным вычислительным навыкам. Стоит также отметить, что ученые считают, что изучение программирования в раннем возрасте с помощью их набора позволит детям развивать невероятное количество полезных для жизни навыков, в том числе умение решать проблемы и стремиться к их решению.